с вами Василиса, с вами опять Василиса. Сегодня мы находимся в зоопарке. Говорят, что это один из крупнейших зоопарков Европы. Так что давайте сегодня прогуляемся, будет очень много интересно. Тигры, террариумы и много-много-много всего еще. Оставайтесь со мной. Для деток очень много лазилок, всевозможные, все-таки это детский, такое детское место, естественно. И выдается, кстати, план, 5 крон стоит. Вот такой план. Мы зашли вот отсюда снизу. Крякают розовые фламинго. Вон у них, кстати, отпали ихние перышки. Ну, почему-то они из сухости стоят, а вон для них болотце с левой стороны. Паровозик ездит, а детский здесь такой уголочек. Здесь детки развлекаются. Слоны. Ну, в общем, это огромнейший парк. Он чешет себе, смотрите, чешет себе лапку. Такой интересный. Привет! По всему парку ездят такие паровозы. Тут очень интересная вещь, может там с колясками кататься. Ну, на ней малыши. Гепард – это самое быстрое животное на земле, он может развивать скорость до 110 км в час. Ну, думаю, это все знают. Вон он там, вдалеке гуляет. Это мы зашли в здание, где черепашки, террариумы. А, они нам целуют друг друга, что ли? Они целуются. А это под водой огромный питонище. Вон он лежит. И над водой тоже вон. О боже, какая гадость. Ненавижу змей. Это кто? Маленькие ящерицы, да? Вот они. Маленькие такие бегающие. Обалдеть, он так близко и спит. Конечно, огромные террариумы сделаны, черепашки, вон игуаны лежат. Вон и мордашка торчит. Поближе. Ничего себе, сколько их здесь. Игуана. Обалдеть. Кушает? Два спят, и один кушает. А какие они. Худенькие что-то. Какой-то. Ух ты! Прям на меня смотрит. Ой-ой-ой. Куда бежать, куда податься? Смотри, он на нас. Где я? Ух ты! И какой. Сначала он на нас порычал на всех, а теперь вот лежит спокойненько и смотрит. Прям под нами стоит. И вон второй тоже. С другим разговаривает он. Ничего себе, какая птиченция. Это китоглав. Обитает в самых теплых областях Средней Африки. Здесь просто огромное, нереальное количество птиц. И все их, ну, очень много названий. Они здесь все, в общем, перемешаны. И это мы только находимся внизу этого парка. Еще есть наверх. Подъемники, кстати, есть. И паровозом можно ехать. Ну, посмотрим, куда мы дойдем сегодня. Вот так ходят по горам настоящие горные бараны. Или кто это? Кубанский, западно-кавказский туб. Вот так туб. Боже, я всегда удивлялась, как они ходят. Особенно, допустим, в альпийских лугах, хотела сказать. В альпийских горах, как они ходят. Там нереальные просто какие-то склоны. И они, как они там ходят, удивительно. Это, кстати, еще ничего, такая горка. Кубанский, западно-кавказский тур называется по-чешски «Козорожец кавказский». Да, в Чехии, конечно, есть названия очень смешные. Ну что вам сказать, свое ощущение, кстати, вот там где-то наверху, надо мной горные олени. Хочу вам сказать свое мнение, парк офигительный, замечательный, слов нет, как всегда, одни эмоции очень классные. Дорожки здесь все для колясочников, ну в смысле для людей с колясками, как и мы. Но есть огромный минус, как и в зоопарке. Слушайте, я дышу вот так, потому что как и в зоопарке в Пилзни, там тоже есть хороший зоопарк, все это находится на горах. То есть когда ты входишь, конечно же, внизу ходишь, развлечения там всякие, много животных, но потом это все надо в горку идти. Вот в горку, конечно, тяжеловато ходить, то есть, ну, как-то так вот, видимо, для животных все-таки, горные животные, они все-таки живут в горах. Это, конечно, большой-большой минус, ну, лично для меня, как всегда, ходящий с колясками. А вот они, ослики или пони, как здесь, нет, это ослики, по-моему. А вот огромные серые совы, стандартные, да, и вот там огромные, но к ним не подойти, кстати, белые совы. А вот, кстати, еще один прикол, я только в Америке видела, в Майами. Спасибо, видите, здесь за пуштик и бродаты. 5000 крон кто-то дал вот с Праги.
И здесь люди собирают, видите, до 5000 крон они собирают на пожертвования для вот этих вот как раз животных. То есть у каждой клетки есть свои спонсоры, так называемый пуштик бородатый. А, бородатый это, по-моему, бородатый, да. Не ясыть, бородатая сова крепкого сложения с длинными крыльями. А вот огромная стая слонов, а сзади там жирафы, видели были? Вон на поле. Вон сколько слонов, очень много. Какие-то слоны. Здесь, кстати, дорога на жирафов идет, но мы туда не пойдем, потому что у нас времени столько нет, мы уже пойдем в сторону дома. Слоны, индийские, видимо, здесь слоны. Да. И вот такие вот сексуальные статуи. А знаете, как в храмах в Индии? Вот это крутишь и загадываешь желание. А это индийская статуя, настоящая индийская статуя. Пришли мы к Ситатунге, которая отлично приспособлена к жизни в мелких водах и болотах. Здесь очень много, за ними там чистят. Надо поворачивать. Смотри, какой красавец! Ух ты, красавец! Написано надпись, что помогают нам. Видите, кто? В 2007 году. Я думаю, все есть понятно. Ну, и здесь чехов очень много, кстати. Вот и закончилась наша экскурсия по этому парку. Парк действительно классный и очень нам понравился, но его надо идти реально целый день. То есть на полдня даже достаточно мало. Да, дети все уставшие, но все веселые и довольные. Вот. И, ну, конечно, здесь, по идее, перекусы какие-то. То есть здесь особенно вы не поедите так прям хорошо. Да? Какие-то картошка, как всегда, сосиски, ну, пиццы и так далее. Вот ресторанчик, в принципе, мы видели какой-то один, но мы уже до этого уже покушали. Да. Ну а так, классно проводить вам время в выходные. Отличных выходных вам и всего замечательного. С вами была Василиса. Пока.